Так, Луна, 20 мая 2021 год, Харьков, 20:56 по Киеву. Ух ты, какой ветер. Сейчас, секундочку. Это дубль второй. Наверное, размещу его в Ютубе первым. Ну, как в первом дубле получилось там. И МКС, и Меркурий. И МКС странный какой-то. Как-то панели у него бы не обращены. Непонятно, странно. Ракурс был какой-то необычный. Ух ты, смотри, как ветер начинает лютовать. Так, уменьшим выдержку чуть-чуть. Так, ну этой тряски я вас не избавлю, это просто ветер. Ладно, очень коротко одну луну сниму. Ветер явно усиливается, а мне не терпится посмотреть, думаю, что ж там был за странный МКС. Все-таки даже через окуляры, через экранчик фотоаппарата подробностей таких не видно. На мониторе, конечно, на большом экране это гораздо лучше будет различимо. Хорошо. До Луны 373 тысячи километров. 20:58 по Киеву в Харькове. Меркурий, к сожалению, скрылся за облаками, но на предыдущем дубле, который будет опубликован после этого, он уже опубликован. А я побежал интересоваться, что ж там был за МКС такой необычный. Все, хорошей погоды.